Вы прекрасно выглядите сегодня. Вы прекрасно сегодня выглядите. То есть, если порядок слов, прекрасно вы сегодня выглядите, не ваш, английский эквивалент не выучите. В русский вводить такой порядок слов тоже глупо. Вы не мастер Йода, мастер Йода из «Звездных войн». Иностранец, который постоянно разговаривает с неправильным порядком слов. С порядком неправильным слов разговаривает постоянно. Вы прекрасно выглядите сегодня. Если вы такую фразу проговариваете, то вы можете выучить ее эквивалент повторением. Русский, английский, англо-русский. Но не зубрежкой, а просто проговаривая все более и более точно по образцам. Этими образцами являются мои курсы. Очные или заочные. You look, you look, you look wonderful. Wonderful. Today. You look wonderful today. А вы прекрасно сегодня выглядите.